Здравствуйте, давайте знакомиться. Меня зовут Кнопка. Такое имя я получила не просто так. Говорят, если посмотреть на мою милую мордашку, по-другому-то и назвать не хочется. А еще я не такая уж и большая для своих 5 месяцев. И вырасту еще совсем чуть-чуть. В холке, может, чуть ниже колена самого обычного взрослого человека. В общем, точно самая настоящая Кнопка. Уже 2 месяц я живу на передержке у добрых, неравнодушных людей. У меня и своя будка, мой временный дом, и своя цепь. Правда, мне так хочется с нее сорваться, если бы вы только знали. Хочется бегать, валяться в оставшемся снегу и даже песке. Детям, знаете ли, без разницы, где валяться. Главное, чтобы было здорово и весело. А еще здесь, на передержке, меня часто радуют моими любимыми косточками. Я, конечно, собака всеядная, могу и корм есть, и каши, и просто мясо. Но как же я люблю косточки! Грызла бы их целыми днями. Душу за них готова продать, если честно. Мой временный сосед Ричард тоже любит косточки, а я его люблю. Он тоже на цепи, и поэтому я до него немного не достаю. А как бы хотелось достать, ну хотя бы разочек, добежать, атаковать его вечно виляющий хвост и долго-долго с ним играть. Вообще, на самом-то деле, я всех животных люблю. И детей. Очень. Бывает, пробегает мимо какая-нибудь бродячая кошка. Слово даю, не лаю и совсем не нападаю. Ну так, может, если честно, хочется, конечно, немножко напасть. Но ведь это все от большой любви и от того, что собака я пока совсем маленькая и очень игривая. Игривая и ласковая. Очень. Даже слишком. Когда мне дают любимую косточку, даже не знаю, что сделать сначала. Начать ее грызть или лизнуть человека в ладошку. Сказать спасибо. Вот и метаюсь, бывает, туда-сюда. Человек улыбается и говорит. Главное, чтобы мне, удивительной собаке по имени Кнопка, не пришлось туда-сюда метаться всю жизнь. Важно, чтобы у меня появился единственный, самый любящий и добрый хозяин. Один и на всю-всю собачью жизнь.